Ты прикинь, ты смотри, все такие умные, все эксперты. Постанова, фейк, хороший фейк, ты монтажер. Вообще молодцы, ребята, молодцы, отличные комментарии. Сейчас я кое-что вам покажу, попробуйте смонтировать это. Я проделал этот трюк уже сотню раз. Правда, сейчас я уменьшил свое приложение до размеров мобильного телефона. Сейчас я вам покажу, как можно сломать любой торговый автомат. Идем. Окей, вот торговый автомат. Игорь, выбирай, что ты будешь. Давай Сникерс. Сникерс, номер 35. Мне просто нужно забавить номер 35 в базу и запустить скрипт. Поехали. Бесплатная еда, идем. Вы уже знаете то, что я очень люблю кинотеатры. В прошлый раз мы выключали экраны телевизора с помощью моего мобильного устройства. В этот раз я сделаю кое-что поинтереснее. Я выведу новое изображение на мониторы, которые расположены в кинотеатре, где показываются все сеансы. И пусть зрители посмотрят кое-что новое. Нас спалили, это жесть. Они, походу, уже мумитков призвали. Быстрее валим отсюда. И я знаю, что вы любите больше всего. Конечно же, дронов. И мой следующий хак будет на высоте. Позади меня находятся обычные краны для стройки. Все их 100 раз видели, но последнее поколение оснащено модулем удаленного управления. Это делается для того, чтобы ставить кран на место, когда рабочий уходит. Мы как раз дождались того момента, когда рабочие покинули свои краны. И я купил этот модуль, который продается на официальном сайте производителя этих кранов. И сейчас я прикреплю его на своего дрона и отправлю в полет. Ну чё, гений монтажа, попробуйте смонтировать это. Нормальную карусельку я устроил, да? Ладно, завязываем с этим. Пойдем отсюда. Пермский хакер. П.Х. Ну что, друзья, вы готовы к финалу? Вы, наверное, помните мою малышку от моих друзей из Германии, которая создает наимощнейший магнитный импульс, который может вырубить целую подстанцию. На этот раз у меня их целых 3. И нас ждет грандиозное шоу! Сейчас подключусь ко всем 3 платам одновременно и отправимся смотреть на шоу. Ну что, эксперты, попробуйте смонтировать это! Я ведь вас предупреждал, друзья. Ладно, так и быть. На первый раз пермский хакер вас прощает. Я включу и верну все как было. Пермский хакер. П.Х. Сегодня я доказал вам в очередной раз, что нет ничего невозможного для хакера. Я просто хочу вас спросить о том, что если вы во что-то не верите, не нужно мне писать всякую дичь в комментариях. А если у вас есть желание проверить мои хакерские навыки, то пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я взломал. И лучшие идеи будут реализованы в реальной жизни. Меня зовут Вячеслав Исмаилов. И если вам интересен мир хакеров, ставьте лайк под этим видеороликом и подписывайтесь на мой канал. Ведь нам с вами еще столько всего предстоит взломать. Пока-пока.